День Победы – праздник жизни и торжество исторической памяти. Он вселяет в нас гордость за подвиг дедов, прадедов и любовь к родине. Из поколения в поколение мы передаем бережное отношение к ветеранам. Самое главное, чтобы память о наших героях с течением времени оставалась в головах и сердцах будущих поколений. 9 мая с Днем Победы инициативные жители поздравили ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Ивановну Шламову. Всю свою жизнь она прожила в Одинцовском округе. В военные годы работала на заводах по производству вооружения. Труженица тыла в окружении таких же девчонок, как она сама, выпускала оружие для отправки на фронт. Она энергична, полна эмоций, она светла, их все меньше и меньше, наших великих людей, наших ветеранов, которыми мы гордимся. И хочется пожелать им, ну, хоть немножечко еще пожить, чтобы у нас была такая прекрасная возможность встретиться с ними, услышать их голос, услышать их призыв и их слова за мир, за победу. За нашу Россию. Татьяне Ивановне 101 год. Она прожила сложную, но яркую и интересную жизнь. Сегодня ее окружают любящие дети, внуки и правнуки. Неравнодушные соседи поздравляют с праздниками. В 78-ю годовщину Великой Победы местные жители пришли к ветерану домой и устроили настоящий тематический праздник. Военные песни под аккомпанемент аккордеона разбередили ей сердце и заставили вспомнить молодость. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».